А сейчас песня, которая как бы не просто так, она доросла до того, что теперь она будет являться как бы гимном новой рубрики газеты «Комсомольская правда». Они сегодня, кстати, присутствуют, можем поаплодировать. Эта рубрика будет называться «Худеем со звездами», друзья! А песня, как вы понимаете, называется «Когда я был большим». Собственно, вот они ее и выбрали поэтому. После того, как поучаствую вместе с читателями «Комсомолки» в проекте «Худеть со звездой». Потерять вес очень быстро – это всегда легко. Сохранить его – это всегда очень трудно. Это как в шоу-бизнесе, когда появляются артисты однодневки, вспыхивают и быстро исчезают. А сохранить любовь зрителей на долгие годы, но достаются только единицы. Вот проект «Худеем со звездами», я Николай Басков вместе с Маргаритой Королевой. Мы будем, надеюсь, читатели рассказывать вам о том, как я вот сейчас буду стабилизировать тот вес, который у меня есть, и в перспективе, при этом не прибегая почти что ни к каким таким сильным диетическим процедурам, я буду постепенно терять еще лишний вес и благодаря еще и физической нагрузке восстанавливать себя в такую красивую творческую форму. Да, и физическую. Да. Хочу сказать, что результат удержания веса – это тоже большая внутренняя работа. Николай говорил о творческом пути, который человек должен иметь. Да, вспыхнуть, загореться и показать себя можно однажды. Но удержаться на том олимпе, на котором держится много лет Николай, это дано действительно не каждому, а только человеку-труженику, который проводит большую внутреннюю работу с собой и работу с тем, что имеет отношение к его физической форме и к его творческому пути. Поэтому только труд постоянно будет радовать и себя, собственно, и тех людей, которые принимают это творчество, любят его, ждут его, увидят. Постоянно хотят слушать. Потому что скоро лето, давайте движемся, подумаем, и мы всю лишь нас будем легким стимулом для того, чтобы вы были так же красивы, успешны и великолепны. Будьте счастливы. No.
Ooh.